Мне в этом видео хочу показать, как можно сделать вентилятор. Вот такого самодельный. Ух ты. Ага, ну это какая-то. Так вот он подключается. Вот туда. Берем. Так. Вот. Сейчас я покажу, как можно сделать. Для этого нам нужен вот такой вот вентилятор от простого компьютера. От старого компьютера, точнее. Скотч. Резак. И такой. Резак и USB-шнур. Такой вот USB-шнур нам нужен. Вот я уже прорезал здесь. Вот. Начнем. Вот это вот место мы оставляем. А это место режем. Вот с резаком. Вот я уже прорезал. Вот сестренка пришла. Вот надо как вязать нам. Да, да, вот сестренка что-то говорит. Так, вот режем. Так вот, выходит. Ее вот так вот связаем. Вот так. Ага, так вот она. Оп. Теперь делаем так. Так. Скручиваем его. Так. И вот сюда. Их закрепляем друг к другу. Вот так вот закрепили. Почти все готово. Почти все готово. Эта часть тоже закрепляем. Чёрт. Так, закрепляем тоже эту часть. Ага! И чего? Я сейчас создам! Да, молодец. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот. А вот это вот так вот закрепили. Гуай. Еще заканчиваем.